Так, последнее, что мы можем сделать, это распечатать. И окей. Так, добрый вечер. Значит, начнем с объявлений. Мы, значит, продолжаем наши уроки по книге Урота Чува. Свята Чувы. Я думаю, что даже правильнее лучше переведеть все свята Рава как идеи. Идеи Чувы в данном случае. Я сейчас немножко остановлюсь на этом. Мы остановились в прошлый раз на втором абзаце. Сейчас мы начинаем с третьего и дальше. 16 глава. По поводу свята идеи, я приведу здесь идею Равшерки. Это он как бы сказал, что на иврите, на русском тоже это используется свет как идея. В свете чего? Это в свете того, как бы это выражение используется и на иврите, и на русском. И так, видимо, можно перевести все у Рава, его вся, все его книги называются «Свята», да, «Урод». «Урод просто», «Урод свята святости», «Свята», «Свята чувы», «Свята войны» и так далее. Может быть, не все, но очень много серий его книг называются «Урод свята». И, может быть, даже если мы не скажем, что лучше перевести это как идеи, но, по крайней мере, иметь это в виду и иметь это как вариант. Пример здесь, который мне хочется привести, это книга, даже брошюра скорее, это немножко там по объему, «Урота Милхама», «Свята войны». И, с одной стороны, действительно можно перевести как «Свята войны». С другой стороны, для, по крайней мере, некоторых людей будет, видимо, правильнее перевести идеи войны, потому что все-таки война – это плохая, отвратительная вещь. И да, как бы «Свята войны» имеют место на существование, но идеи войны, мне кажется, вот в данном случае могло быть лучше. Рав Шерки рассказывал, что, по-моему, у Рав Кука самого что-то такое, как... А нет, не у Рав Кука. Кто-то из людей, который вот начал знакомиться с творчеством Рав Кука, увидел как бы вот «Свята войны», начал читать и ушел как бы недовольный, сказав как бы Рав Кук занимается... Как это у нас слово сейчас? Ну, как бы оправдание войны, да? Находит в войне какие-то идеи, какие-то свята, и был очень этим недоволен. Рав Шерки это объяснил, как бы, что Рав Кук не занимается оправданием войны, но так как уже у нас есть войны, то давайте как бы посмотрим, что из этого тоже можно выучить хорошего. В данном вопросе я немножко не согласен с Рав Шерки. Мне кажется, что именно да, это Рав Кук именно как бы не то, что оправдывает, но как бы он видит войны как, ну, можно сказать, даже обязательная часть человеческой истории, которая невозможно или очень сложно избежать, и это часть божественного замысла. И так далее. То есть
мне здесь кажется, ну, мое впечатление, да, что это как бы, что это, я верю немножко так, жестче. Но именно вот в этом аспекте лучше все-таки тогда это взять как идеи войны, чем как свята войны, действительно немножко так вот. Поэтому у нас тоже идеи чувы, может быть, это в некотором аспекте лучше, но свята чувы тоже, конечно, имеет свое место. Закончим на этом наше видение. Это самое второе, значит, видение, что я, да, хотел. Я как бы, ну, в начале урока я занимаюсь переводом, и создается впечатление, что это самое, я к уроку не очень готов. Сейчас вот я смотрю, какой у нас текст. Это не совсем так, я тут оправдываюсь. Я готовлюсь к уроку, я смотрю наши тексты, просто я смотрю на иврите, вот перевод на русский, я готовлю здесь сразу же перед уроком. Гилуй наот. Переводы сейчас это Клауде делает, это искусственный интеллект. Секундочку. Переводы в последнее время делает Клауды, это самое, то, что называется LMD, большая это языковая модель, одна из, ну, в общем-то, похожая на чат GPT, ну, как бы родственница, да? Мне приятель посоветовал, я ей пользуюсь, и переводы, скажем так, на четверочку, на хорошую тянут, очень, очень хорошие переводы, я доволен. Я их не проверяю даже по ходу урока. Я смотрю, иногда делаю какие-то исправления. Все, я извиняюсь за такое длинное, значит, введение. Давайте начнем. Я рад всех видеть, конечно. Так, переходим. Значит, так как у нас уже готов перевод, то мы не будем читать иврит. Начнем сразу с русского. Невозможно оценить великое счастье, которое человек должен чувствовать в себе с великим духовным удовлетворением из-за той тонкой печали, которая огорчает его, когда на него сходит дух святости и чистоты покаяния, когда он ходит и блуждает в мысли, пылающей от счастья совершенного раскаяния во всех своих грехах, поступках и преступлениях. Когда его душа с любовью прильнула к великолепию святости и совершенства, прильнула к возлюбленному Творцу и Зодчему Всего Сущего, да будет он благословением. Когда человек всем сердцем и всей душой глубоко желает идти по пути непорочности и честности, быть праведником, творящим праведные дела, быть прямодушным, идущим прямо, хотя он сильно озадачен, как вытащить ноги из грязи грехов. Хотя совершенно непонятно, как исправить все прошлое. Хотя практические пути еще совсем не проложены перед ним, а камни преткновения изобилуют. Но желание быть добрым – это дух райского Божьего сада, дающий в душе, дующий в душе и наполняющий ее бесконечным счастьем, пока даже адский огонь глубокой печали не превратится в поток райских наслаждений. С ивритом можно сравнить. Для понимающих, значит, это перевод, да, автомата. Значит, я когда начал это читать, у меня сразу зажглась лампочка, потому что что-то похожее мы видели. Но здесь есть разница. Здесь есть разница. А нет, секундочку, я, по-моему, перепутал. Нет, 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 нет. Я перепутал с пятым отрывком. Давайте пока третий наш искать. Включить третий. Итак, наш отрывок. До того, как мы его начнем изучать.
Вот то, что я прочитал. Скажите мне, как вам кажется, человек, которого мы описываем и обсуждаем, сделал ли он чего? Как вы думаете? Сделал ли человек, которого мы обсуждаем, чудо? Можно ли его назвать большим? Наверное, да. Нехама, да. Есть еще мнение? И большого я не знаю, что это, но поскольку здесь говорится о раскаянии, то, видимо, он все-таки его сделал. Отлично. Есть лот цар один мецадахан, легкая печаль. Которая, так сказать, неизбежна от того, что он ощущает, потому что он поступил нехорошо. Но он должен чувствовать себя счастливым. Вот как-то так это, во всяком случае, по простому смыслу, так начинается отрывок, да? Безусловно, безусловно, я согласен с тем, что Рав требует от такого человека чувствовать себя счастливым, когда естественное душевное движение такого человека чувствует себя несчастным, бедным и вообще не трогать Ну его. нет, ну он не настолько же все-таки несчастным, бедным. Сказано, царь один, как жаль, что я это сделал. Он уже не там, на самом деле. Это не то, что он... Но Это в не то... конце адский огонь глубокой печали, ну да. В последнем предложении, то есть и здесь я хочу как бы подчеркнуть, что у Рава во многих его текстах, скажем так, я обращаю внимание, что язык Рава, потому как мы скользим по тексту, он становится более четким, более грубым, не знаю сказать, грубо, он начинает очень часто с тонких намеков, продолжает просто намеками, потом говорит прямым текстом, а в конце говорит так, что не понять уже невозможно. Поэтому тонкая печаль в начале, адский огонь в конце, я бы сказал, это похоже, это может быть то же самое. Я объясню, я спрашиваю этот вопрос. Да, да. Нет, это кстати, это я просто тут пыталась учиться одной знакомой английский. И она все время подчеркивает, и даже приводила такие ролики нам, что нельзя сказать вот так по-английски. Всегда надо сказать, я как бы недоволен. И мне немножко не совсем счастлив. Они очень избегают в Америке говорить что-то вот таким прямым текстом. Тонкая печаль, это сначала по-американски вначале, а потом по-нашему, по-еврейски. Нет, действительно, оказывается, что действительно они так не говорят. Если вы скажете что-то прямо, вас сочтут грубияном или вообще неправильно поймут. Ага, да, я слышал такое. Я объясню, почему я это спрашиваю. Мое личное мнение, человек, который рассматривается в нашем отрывке, чувы не сделал. По еврейскому закону, по Аллахе, чтобы сделать чуву, нужно как это, чек-лист заполнить. И там есть вещи, которые в этом отрывке указаны однозначно, человек их не сделал совершенно еще. Я бы отнес этот отрывок весь к, по-моему, пятой главе, не помню там какой он номер, где мы изучали Ирурей Чува, мимолетные мысли про Чуву. Здесь, может быть, не мимолетные, но по крайней мере, по моему мнению, по определению еврейского закона, этот человек Чуву не сделал. Его еще нельзя сказать, Баль Чува, он не сделал Чуву. Он в пути, да, он хочет, да. Но вот сделал, нет, не сделал. Теперь, во-первых, это нам сейчас не интересно. Нас не интересно с логической точки зрения, ты там или ты не там. Это во-первых. Во-вторых, иногда человек сам с собой вот работает такими же вот методами.
Секундочку, это зачлось мне или не зачлось мне? Я сделал или я не сделал? И на этом, мне кажется, Рав Кук здесь говорит, наплевать. Сделал, не сделал. Нет, понятно, что нужно сделать. И этот зачет, это хорошо. Но то, что ты сейчас двигаешься в положительном направлении, это здорово, и ты обязан быть счастливым. Когда теперь человек, у него проблема, у него серьезная проблема. И у этого человека, сейчас мы, ну, погрузимся в текст, у него кроме желания сделать чего, в руке ничего нет вообще. Он не понимает еще, как сделать все остальные части чувы. Он не понимает, как возместить ущерб, он не понимает, как прекратить грешить, он не понимает, как исправить прошлое, будущее, настоящее. Он это, что значит не понимает? Это не здесь ему не хватает. Ему сложно, он не знает, с чего начать, не знает, как это сделать. Я хочу прекратить курить. Но я не знаю, как просить. Это наш человек. И Рав про него, ну, опять-таки, как я вижу этот отрывок, и Рав про него говорит, ты хочешь исправиться, ты да, ты еще не сделал чужую, ты хочешь исправиться, здорово. Здорово. И ты обязан быть только из-за этого счастлив уже прямо сейчас. Что до того, как тебе зачлось, ты сделал чужую и так далее. Понятно, что мы не играемся в игрушки. И окей, все хорошо, да, значит, ты только ну, пожелание достаточно, тебе что не нужно? Нет, нужно. Да? Как бы это тонкая грань, да? Делать нужно обязательно. Но того, что ты хочешь продвинуться, и тебе сложно, ты не понимаешь, что как это сделать, не отменяет совершенно радости, с которой можно двигаться. Сейчас, сегодня, не потом, когда сделаешь. Мы очень зациклены на мифантуца, как это по-русски, экзамен результат, результативности. Ты сдал экзамен или не сдал его? Ты прошел или не прошел? Ты получил, ты не получил? Так вот, зачета здесь нет. По-моему, опять, зачета ты не получил. Тем не менее, радоваться не только можно, но и нужно. Теперь давайте вернемся к нашему тексту. Если у кого-то есть какие-то замечания до того, как мы вернемся к тексту, я буду рад. Я бы скорее согласилась с вами в том, что это не имеет значения. Потому что чува, она иногда... ты не знаешь, как ты можешь исправить. Понимаешь? Ну, тебе там Рамбам расписал слово. Исправить то, что можно исправить там. Но есть вещи, которые ты понимаешь, что ты не можешь исправить и изменить. И даже не знаешь конкретно, что ты не так сделал. Ты понимаешь, что, возможно, тут есть твоя вина какая-то. Но не очень понимаешь, да, что, собственно. Да, мне понимаешь? Кажется, это не наш, мне кажется, это не наш случай. Здесь нет, человек понимает, в чем у него проблема, но не понимает, как из него выбраться. Ну, в общем, это семантика там, да, проблема-то понятна была, но где я в нее вляпался, может быть, непонятно. Ну, неважно. Ворон, если из нее вылезти, непонятно. Да, хорошо. И он не знает, может, он пытался что-то сделать, может, он уже вылез давно, но она, поскольку это все часть прошлого, ему трудно поверить, что это может перевернуться, как говорят, грехи в заслуги. Он это не... то, что вы сейчас говорите Нехама, если он же из этого вылез и продолжает этот камень тянуть на себе, это, я напомню, это то, с чего курс Твери, про то, что мы говорим, человек обязан... Ну, не так, я просто говорю, что это может быть один вариант. Братья, мы как раз его сейчас недавно учили здесь у нас. Буквально с того года назад. Да. Вот я это как раз сейчас открыл. Где это у нас? Я понимаю, что это спектакль. А, это наша глава. Это единичка. Единичка Алеф один со звездой. Ну, вот это может быть вполне один из этих случаев. Не обязательно... единственный. То есть вариантов может быть много, почему человек так ощущает.
Ну, отлично. Давайте, значит, вернемся еще раз к тексту. Его уже внимательно посмотрим. То ли от того, что он действительно не сделал все возможное, то ли от того, что он, Вот то мне ли от кажется, того, что вот это сейчас, тащит. вот это то, что нам сейчас не важно. Вот я и хочу. Почему человек не может вылезти, это нам сейчас не важно. А человек Вот именно это ощущает, я хотел что не сказать. может вылезти, это нам важно. То есть вот мы уже не первый раз Рава ловим, что называется, за руку, на том, что он идет не по объективным критериям, а он идет вместе с человеком по его субъективным критериям. Ты так ощущаешь, мы идем с тобой, потому как ты себя ощущаешь, и пытаемся из этого продвинуться, а не как объективная правда там. Хорошо. Невозможно, да, теперь давайте смотреть, как наш отрывок еще раз, да? Количество, как я обращаю внимание на количество суперлативов. Невозможно оценить величие счастья, да, то есть вообще там улететь нужно, которое человек должен чувствовать в себе с великим духовным удовлетворением. Из-за чего? Из-за той тонкой печали, которая огорчает его. То есть есть что-то, что человека огорчает. Здорово. Ты обязан, ты должен, невозможно оценить такое величие счастья, которое человек должен чувствовать в себе, когда на него не сходит дух святости, чистоты покаяния, когда он ходит и блуждает в мысли, пылающее от счастья, совершенного раскаяния во всех своих грехах, проступках и преступлениях. Да, его мысль блуждает в совершенном раскаянии. Человек полностью раскаивается в том, что сделал. Тут чува? Нет. Человек должен быть из этого невозможно, до невозможного уровня счастлив? Да. Это положительное движение ужасно. Когда его душа с любовью прильнула к великолепию святости и совершенства, прильнула к возлюбленному Творцу и Зодчему Всевысущего, да будет он благословен. Когда человек всем сердцем и всей душой глубоко желает идти по пути непорочности и честности, быть праведником, творящим праведные дела, быть прямодушным, идущим прямо. Он там, он не там. Он прямодушный, он прямодушный, идущий прямо? Нет, еще нет, совсем нет. Он желает идти по пути непорочности и честности. Он там, он еще не там, он совсем нет. Откуда мы это знаем? Хотя он сильно озадачен, как вытащить ноги из грязи грехов. То есть он не вытащил ноги еще из грязи грехов. Его ноги засосало грязью грехов. Или там они там, ну, запачканы грязью грехов. И как их вытащить из этой грязи, очистить, он еще не знает совершенно. Хотя совершенно непонятно, как исправить все прошлое. Человек нахамил соседу и понятия не имеет, как-то не имеет лица, что называется, как его поймать и извиниться. Человек, не знаю, там, украл, не украл, что-то сделал. Понятия еще не имеет, как все это исправлять. Хотя практические пути еще совсем не проложены перед ним. То есть, как конкретно чего-то делать, он еще понятия не имеет. Единственное, что у него есть, это сильное желание изменить свои пути, сделать шуву как положено. Как? Перед ним еще это все полностью нераспаханное поле, полностью ничего не знает, не понимает. То есть это не, еще раз, как я сказал, да, это не непонимание, что он там логически не понимает. Он знает, что он сделает раз, два, три, но ему это душевно, ментально, интеллектуально, морально, как угодно, очень сложно, тяжело. И, может быть, там есть какие-то привычки, может быть, он там как это махур, как это сказать, в чем-то он там застрял, так или иначе. Как это все практически реализовать, ничего понятия не имеет. Да? И, а камни
преткновение изобилует. Но желание быть добрым – это настолько хорошо, что только из-за этого еще не сделать ничего практического. Этого достаточно, чтобы быть очень, очень радостным, просто невозможно эту радость никак изменить. Но желание быть добрым – это дух райского Божьего сада, дующий в душе и наполняющий бесконечным счастьем. Пока даже адский огонь глубокой печали не превратится в поток райских наслаждений. Теперь, мое понимание. Адский огонь глубокой печали – это не ошибка. Это обязательная часть процесса чувы. Если человек его не жжет, что называется, за тех гадостей, которые он сделал, то можно усомниться о чистоте его душевного порыва действительно в хорошую сторону. Это может быть действительно самообман. А я хороший, я хочу хорошего, но тут это самое, тут у меня тут. Наследственность плохая, вот как это у Шварца-то. История любви, по-моему, да, мой любимый король. Сейчас казнить начнет. А у меня тетушка. Вот у меня тут гены плохие, у меня тут самое, да. Это вот взятие на себя ответственности. Понимание, что я веду себя плохо, и ответственность за это только я. И это нужно исправлять. Это обязательная часть. Это жжение адское, оно обязательно. Но понимание того, что из-за этого адского жжения ты действительно хочешь исправиться, стать лучше. Оно превращает, в конце концов, это адское жжение в поток райских наслаждений. Это мое видение этого отрывка. Ну а теперь, как это? Микрофон вам. Виктория, Нехама, как бы что у вас? Если ничего, то что мы с этим можем сделать? Сложно. Ты пытаешься понять то, что Рав говорит на каких-то личных примерах своей жизни. Не всегда это адекватно. Смотрите, я вам скажу, я к этому немножко проще отношусь. Так как у нас перед глазами книга, где Рав освещает это с разных сторон и с разных точек зрения и с разных ситуаций, в которые попадает человек, что-то может быть вообще не мое. Я в эту ситуацию никогда не попадаю, вообще не понимаю, о чем он говорит. А что-то вот совсем мое. Может быть, на личное, вот, личный какой-то опыт не каждый отрывок обязан попасть и сесть, что ли. Как бы нужно просто знать и понимать, вот такое есть, такое тоже есть. И как это? Мне кажется, основное вот направление Рава не то, чтобы давать себе спуску, не давать себе спуску, но относиться к себе самому с эмпатией. Да, вот так вот давайте. Ну что следует? Ну хорошо. Допустим, он превращает это все. Жжение, оно автоматически через это самое раскаяние превращается в власть. Ну, это поможет мне понять, как исправить, если я не знаю, как исправить. Да, поможет. Я объясню, чем поможет. То есть, и, скажем так, я могу привести несколько примеров, а я объясню. Да? Я попытаюсь привести несколько примеров. От чего это нас может остановить? Это нас может вытащить из когтей нашего самого большого врага, которое есть самый большой враг чувы, это, по моему пониманию, не грех, а отчаяние. В тот момент, когда человек хочет сделать чуву, действительно хочет, честно хочет, но понятия не имеет, как и чего делать, он очень близок к отчаянию. А у меня ничего не получится, не смогу и так далее.
и махнуть рукой на всю эту тшуву. Рав говорит, ты можешь получать удовольствие, но я утрирую очень сильно, да, прямо сейчас, еще не поняв ничего. Не останавливайся, продвигайся вперед. То, что сделал, уже как-то зачета у тебя нет. Но то, что сделал уже, это очень-очень ценно. И мы отсекаем так или иначе вот эту вот пропасть страшного отчаяния. Человек, не понимая, как исправиться, может понять, что все это исправление в его случае не имеет никакого смысла и прекратить попытки. Вот мне кажется, вообще вся книга, основное ее движение – это удержать человека, отмахнуть на себя рукой, махнуть рукой на тшуву, потому что уже пытался, махнуть рукой на продолжать пытаться еще. Ну, как это, такое и все. Это, мне кажется, это ревах, это то, что это как это, ну, по-русски, это… Это то, что мы сразу выиграем. Теперь, Конечно. как вы сказали? Не, правда, выигрыш, я думаю, правда. Выигрыш, да? Теперь, в других главах, в других отрывках, у Рава есть, не знаю, там, мне кажется, десятки советов, что делать, если тебе кажется, что не можешь, не знаешь. В этом отрывке это нам не интересно. Человек не знает. Мы это принимаем как данность и не идем сейчас мы не боремся с тем, что человек не знает, как продвигаться и что с ним делать. Рав, как это, светит своим светом, освещает другую часть души. Не то, как продвигаться. Мы сейчас этим не занимаемся. А то, что то у тебя есть право действительное желание продвигаться вперед, это очень ценно. Знай это. Это очень важно нам и тебе для твоего продвижения вообще. Даже без продвижения. Реальное, действительное желание продвигаться вперед очень ценно в глазах Всевышнего, в глазах мироздания, в глазах должно быть тебя. И даже ты не продвинулся еще ни насколько хочешь продвинуться, это очень ценно. Ну, не знаю, я какой-нибудь пример очень простой приведу. Сегодня у меня, например, был случай. Я написала комментарий. Я всегда стараюсь осторожно комментировать все в Фейсбуке. Не обидеть человека нечаянно. А женщина обиделась и меня отфрендила. Я не дала мне возможность даже извиниться, допустим. И что я могу сделать? Я не могу это самое. Если бы я знал, что она такая, что она не хочет никакого минимального возражения на свою, так сказать, позицию, я бы не стала у нее комментировать. Вообще, я стараюсь не обижать никого. Я какой-то простой пример привела. Я не очень переживаю. Это не то, что я ощущаю, что я там завязла в грязи по колено от этого греха. Значит, Все равно неприятно, да, когда тебе выгоняют и даже не дают возможность не оправдаться, не извиниться, ничего. похоже, И... произошло с моей женой. Она тоже написала что-то Ма? такое. Может быть, немножко более резко, чем обычно, но обычно очень тоже так мягко пишет. Ее тоже, без разговоров от френд или даже бан, и до свидания. Да, часто это такое. И у меня что-то похожее было. Ну, значит так. Во-первых, как это? Я в практических вещах разбираюсь плохо. Психотерапевт из меня на груш. Так что все, что буду говорить, это терапевт на груш. А сейчас на несколько продолжений дальше. Мне помогло в похожей ситуации, когда мы немножко вот обсуждали так дома, то самое, среди родственников. И может оказаться, что проблема она совсем не в тебе, не нужно этого, а проблема это в том человеке, который так себя не совсем адекватно повел, или он везде ищет врагов, или обижается, кипер от того, что никто не имел в виду, не хотел и готов извиниться. Это может быть его какие-то как-то самые личные тараканы.
Теперь Но понятно, все что равно у каждого есть всякую, свои любую тараканы. ситуацию Я как бы... так нельзя переворачивать. Но здесь, если я плохо чувствую, мне от этого нехорошо. А если здесь вообще мой грех, совершенно непонятно. Мне кажется, это немножко из другого леса ситуация. Может быть, я просто специально провела такой более нейтральный. Бывают ситуации, что ты не знаешь просто, да, насколько ты виноват или не виноват. Вот случилось какое-то событие, кто в нем, в общем, виноват? Может быть, ты где-то когда-то поступил неправильно, чем ты обидел, Может быть, туда-сюда. Нехама, мое ощущение, что наш отрывок не налезает на этот ваш случай. Это не Ну, хорошо. нейтральный случай. Мое Это только ощущение. тогда, когда ты знаешь, что ты согрешил, и знаешь, в чем. И ты где-то находишься на пути еще далеко, ты можешь ощутить уже поддержку божественную, скажем так. Да. Рав здесь говорит про конкретный случай. Мне кажется, другой, чем вы описываете. Именно. Да, хорошо. Ладно. Ну вот человек зажег случайно или не случайно свет в субботу, потому что ему там, ай, если, или потушил, например, холодильник, ай, ну не знаю, потому что намеренно, не случайно. Ну и что теперь? Можно раскаиваться, конечно, хатат принести невозможно. Ничего не сделаешь. А потом ощущение, что все в мире происходит из-за тех гусей. Но это я рассказывала когда-то историю. Хотите историю или нет времени на историю? Хотим, есть время на историю. Эту историю рассказывал мне мой один, еще в России много лет назад, один мой знакомый. Там разные варианты истории. Сейчас уже они, так сказать, настолько далеко, что не помнят подробностей. Это происходило в местечке во время революции. Был один еврей, молодой, который все время спорил со своим дядей, не помню, родственником, против религии. И у них были вечно такие диспуты религиозные. А у этого дяди там у него была, я уже не помню, есть версия, что у него было какое-то обрезание, а есть версия просто для какой-то трапезы свадебной, может быть. Нужно было приготовить праздничную трапезу, и он взял двух гусей и повез их в другое местечко, где был шохет. Или там в Киев, не помню. В общем, он их вез, дорога длинная, и эти гуси уснули. А время такое тяжелое, денег нет, как можно делать трапезу? Вернулся он домой, сам как бы зарезал и использовал их на трапезе. Ну что можно было сделать еще? И Ну, вот проходит много лет. подохли? Да, подохли, да. То есть уже не, зарезать кошерно их нельзя. А потом проходит много лет. Началась Вторая мировая война. И на дорогах войны столкнулся вот этот молодой коммунист со своим дядей или там родственником. И он говорит, ну вот как вы со своей религией все это можете объяснить? Столько горя, столько смертей, такой кошмар. А тот ему говорит, а ты не помнишь тех двух гусей, которые я некошерно зарезал на свадьбе? Ну, да, мы любим так это все связывать и Да, понимать. это такая занятная история. У нее могут быть разные, конечно, комментарии. И мне там в Фейсбуке тоже сказали так, а сказали так. Неважно, это ощущение такое, что ты отвечаешь вообще за все. Вот ты сейчас зажег, потушил свет в субботу, а завтра началась война в Украине, например, не дай бог. Или там начали что-то еще такое. Ощущение, ты что с этим можешь сделать? Это не совсем то, конечно, о чем говорится, тоже здесь, но иногда человек чувствует себя отвечающим за все. Здесь я приведу это самое. У Рав Кука есть очень самое. Любые идеи, когда он рассматривает, он смотрит на их положительные и отрицательные стороны.
Идея о том, что у нас есть две идеи. Человек отвечает за все, и человек ни за что не отвечает. Ну да. У обоих идей есть сильная положительная и сильно ядовитая отрицательная сторона. Ну, Нужно, конечно. а мудрость, а понимание, ну, во-первых, в каком порядке эти идеи тусовать, и во-вторых, когда пользоваться какой. Да. Как было по вот, Равшехе, был великолепный урок, я его не могу уже давно найти, не очень сильно ищу, но там была идея такая, что в иудаизме является мерилом правды. В науке, допустим, повторяемость эксперимента. Да? Что в иудаизме является мерилом правды? Мерилом правды в иудаизме является моральное продвижение вперед. Поэтому в этом поколении эта идея может быть хорошая, верная, правильная с точки зрения иудаизма, потому что продвигает людей вперед, а в следующем она может быть совершенно неверная, потому что она уже людей... И наоборот, в прошлом поколении эта идея была еще недоступна, и поэтому кроме разрушения она ничего не могла принести, поэтому эта идея неверна. Меня не интересует физический мир, меня интересует моральный мир. А в этом поколении она уже верна. Несмотря на то, что мои праведные отцы и прадеды и с ней воевали, так она была в том поколении неверна. Вот. Хорошо. Виктория, если у вас есть пару слов, я тоже буду рад вашим замечаниям. И наше время истекает потихонечку. Спасибо, Натан. Знаете, мне кажется, тут он говорит о том счастье, которое, о том удовлетворении, когда человек чувствует, что ниточка мысли потянулась, потянулась, свет потихонечку начал сочиться, когда размышление вот об этом, обо всем пошло, когда это все складывается потихоньку, когда человек начинает только размышлять. То есть там уже какие-то забрезжил, так сказать, рассвет впереди. То есть когда сама вот эта вот ситуация, и вот человек думает, и сам себе, можно сказать, удивляется. Вот надо же, вот как это все связано. И вот тогда величина и божественности немножечко туда накладывается. Мне кажется, вот это удовлетворение от ниточки вот этой размышлений. Интересно, интересно. Мне кажется, вот что вот этот момент. Интересно. 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 Хорошо. Спасибо большое, Нехама. Я очень рад, что вы к нам вернулись. Даже если Ой, не могу. но это тоже ненадолго. В следующем семестре мне, по-моему, опять я еще занят. Не знаю, посмотрим. Спасибо. Спасибо, Виктория. Спасибо всем. Даня, спасибо вам, что. До свидания, всего наилучшего. До встречи. Как это? С победой. Спасибо, всего хорошего всем.